На каждой улице праздник. К новогоднему оформлению города подключаются управляющие компании, сообщает пресс-служба главы округа. Коммунальщики объявили различные конкурсы для многоквартирных домов по праздному украшению придомовых территорий. При подведении итогов жюри учтет наличие снежных скульптур, выполненных руками самих жителей, и красиво украшенную елку. Творческие выдумки и фантазии приветствуются, ведь Новый год – это праздник волшебства и чудес. Одно из праздничных новшеств уже появилось на территории соборной мечети. По пожеланию верующих, здесь в новогоднюю одежду облачили живую ель. Служители мечети обратились к нам с просьбой помочь организовать такую новогоднюю елочку в преддвериях Нового года. Ну, мы предложение-то приняли и решили вот в дар городу к Новому году украсить вот это место.